В американском Детройте определились победители и призеры этапа мирового гран-при по фигурному катанию. Выиграли испытания «Скейт Америка» российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Чемпионы мира и Европы одержали безоговорочную победу в парном катании, причем и в короткой, и в произвольной программах они установили мировые рекорды по набранным баллам. По сумме двух программ их результат составил 237,71 балла. Следующий этап гран-при по фигурному катанию пройдет в Канаде с 25 по 27 октября.